И начать хочется с нашего специального предложения. Да, мы подводим итоги 2016 года, и, как оказалось, бренд «Благо» предлагает нашим модницам выглядеть стильными в 2017 году. Надюш, а если говорить о модных тенденциях, то сегодня изделия под натуральную кожу на самом деле фавориты. Есть у тебя такие брюки? Конечно. Так, у меня есть брюки, у меня есть юбка под кожу. Это очень модно, актуально и вообще сезонная вещь. Но мы же с вами имеем дело, все-таки это не кожаный брюк цвет. Да, давай посмотрим сейчас на размерную линейку на нашу Анастасию и раскроем все секреты, почему наши брюки Белма называются утепленными. Итак, давайте посмотрим. До 58 размера есть включительно. И неужели утепленные? Да, совершенно верно. Причем, смотри, Настя выбирает для тебя очень стильный коктейльный ансамбль. Блуза, туника, сияние лилии. И мы видим сейчас, что с брюками очень красиво сочетается и блуза. Мой вам совет. Выбирайте готовыми ансамблями. Кстати, в этой программе «В добром утре» мы вернемся еще к блузе. Но давайте сейчас поговорим о специальном предложении дня. Да, безусловно, мы с вами составим сегодня с брюками утепленными Белма целое море комплектов. Именно поэтому отчасти они являются спецпредложением. Но изюминка этих брюк, безусловно, скрыта внутри. Давайте с удовольствием, Надюша, раскрываем все секреты. Наши утепленные брюки внутри имеют очень хорошую теплую велюровую текстуру, основу, в состав которой входит натуральный хлопок. Ты знаешь, Надя, многие ассоциируют хлопок с летним волокном, так как хлопковые материалы освежают и помогают телу дышать в жаркое время. Но я как стилист могу сказать, что у хлопка есть еще одно преимущество. Это тепловой эффект. И благодаря тому, что это воздуходышащие материалы, благодаря хлопку у тебя никогда не будет создаваться парниковый эффект. Это очень важно, особенно брюки. Ну, я с тобой согласна. Уже давно работаю с материалами и поняла для себя, что натуральные материалы поддерживают нужную температуру. Зимой они нас согревают, летом они нас охлаждают. И брюки на основе хлопка утепленные. То есть, Света, подожди, это что получается? Что внутрь мы не надеваем колготочки? Совершенно верно. Особенно мы можем не надевать синтетику. Если говорить о раздражающем факторе синтетики, особенно это проявляется зимой. Вспомните этот зуд, который мы сами же добиваемся благодаря синтетическим капроновым колготам. Что здесь? Мы надеваем хлопковые носочки, да. Мы надеваем брюки. И, да, кстати, именно благодаря такой текстуре и ткани, это текстильное полотно, одно с нанонанесением под натуральную кожу, а ты можешь даже ветер и дождь, снег тебе не страшны. Слушай, ну супер, но я-то смотрю, что мало того, что полотно под кожей, да, ощущение, как будто кожа, а сверху кружево. Да, и, кстати, Надя, бренд «Благо» в чем мне нравится? Они идут на несколько шагов вперед, у них не только европейские материалы, но еще и коллекция. Ты знаешь, вот многие женщины в возрасте сегодня выбирают для себя молодежную моду, и именно такие брючки, у них, кстати, классические кройслика, зауженный к низу, для молодой девушки и женщины отлично будут сочетаться, как на вечеринке, слушай, так и на работе. Да, согласна, на вечеринку можно пойти прямо вот в этих брючках, да, дополнить яркой кофтой, блузой. А давайте посмотрим, как эти брюки устроены сверху, потому что женщины, делая покупку дистанционно, боятся, вот сядут или нет. Ты знаешь, Надя, я сама всегда боюсь, у меня такая нестандартная фигура, и для меня очень важна эластичная лента. Почему? У многих женщин даже с возрастом секрет именно здесь. Мы называем ее спасательный круг. И когда животик, вроде бы и бедра узкие, ну как быть? Конечно же, эластичная лента придет вам на помощь. Причем, Надюш, знаешь, что мне нравится? Она широкая, это как корсет. Слушай, а мне тоже нравится такая поддержка спины. У вас будет все закрыто, а ведь для зимы это очень актуально. Надюш, а вот дистанционно сейчас многие женщины звонят в колл-центр и задают вопрос. Света, если узкие бедра, все понятно, но у меня бедра широкие. Какой размер посоветуешь выбрать? Например, если я, у меня 52 размер, у меня бедра тоже широкие, я бы выбрала, Надя, честно, 54. Почему? То есть на один размер, да, побольше. Ты знаешь, хорошо, я люблю, когда все-таки брючки сидят посвободнее, складывается ощущение, особенно для взрослых женщин, чтобы не все облепало, а посвободнее. Поэтому, если у вас широкие бедра, выбирайте брюки утепленные Велма плюс один размер к своему, который носите. Спасибо за рекомендацию. Мы видим с вами, что мы имеем дело, конечно, с высоким качеством. Мы имеем дело с люксовым товаром. Сегодня на этот товар, на брюки Велма, была сделана беспрецедентная скидка
в рамках акции «Цена только сегодня». Если вам нечего носить этой зимой, точнее, даже не так, если вы хотите интересные яркие брюки этой зимой, да, но чтобы они были теплые, выбирайте брюки Велма. А я еще хочу напомнить, что все-таки немаловажную роль здесь играет покрытие. Не забывайте, что это водоотталкивающая ткань. Вспомните ощущения, Надя, особенно когда зимой ты идешь по Москве, и такая слякотная снег, погода, да. Да, я согласна, твои ноги сырые, здесь не позволит, вы будете всегда в сухости. Ну и заметьте, что часто женщина заболевает, когда она промокла, когда сырой промозглый ветер. Здесь у вас надежная защита от непогоды. Итак, внутри утеплены на основе мягкой, такой приятной флисовой основе, которая дает вам тепло, вас согревает. Вам не нужно поддевать никакие теплые колготки. Вы можете обойтись только брюками Велма при морозе минус 15. Это отличный выбор. Супер отличный, я бы сказала. Еще раз хочется напомнить, что ткань у нас эластичная. Не нужно переживать за посадку. Смело заказывайте дистанционно свой размер. Если у вас пропорциональная фигура или узкие бедра. Если у вас широкие бедра и вы дама в прекрасном возрасте, мой вам совет, выберите брюки утепленные Велма плюс один размер. Ну а я тебя посоветую, набирайте на сумму бесплатной доставки. Сегодня это легко как никогда. Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом. Давайте удостоверимся в том, что брючки реально очень теплые.